нормальные и человеческие люди, как и вы все. Не всегда мы справляемся со своими эмоциями. Но наше представление эмоций, оно немножко не на эту тему, справляемся мы с эмоциями или нет. Это эмоции в красках, эмоции черного, белого, желтого, зеленого. Какой цвет отображает какую-то определенную эмоцию? Поэтому это очень интересно. Это одно из моих любимых шоу нашего, ну, коллектива, потому что тут очень сильные, крутые номера, и мы стараемся все эмоции показать. Вы это увидите, и мы справимся, я думаю, сегодня по полной программе со своими эмоциями. Сейчас я попрошу Сергея Анатольевича тоже ответить на этот вопрос, а пока подумайте секунду. Я вот вспомню свои эмоции. Вот буквально, не помню в каком городе, мы поставили монитор за кулисы, чтобы во время представления смотреть, как наши играют в хоккей. И я пару матчей смотрел, сидя на лошади, потому что мы выбегали в это время на манеж, и монитор видео, который должен следить за манежем, мы переключали на телевизор. И вот когда наши пролетели, проиграли канадцам с очень жестким счетом, мне выезжать в манеж не хотелось. Вот прям честное слово, вот выбегал туда, делал вид, что счастлив, а в душе так было плохо по-настоящему. Да, у меня в этот момент тоже были самые разные эмоции, когда брат себя так вел, я думал, что он сейчас вместо ап на манеже кинет гол. То есть это буквально было, человек, голова была в хоккее, а тело было на манеже. Артисты цирка, они точно такие же люди, как и вы, так что абсолютно те же эмоции, что переживаете вы, что переживаем мы. И также с ними пытаемся, ну, как бы, бороться, справляться. Я так помню. Давай. Вы знаете что? Я просто сейчас вот про эмоции, я про свои эмоции начала вспоминать. У меня несколько раз были такие эмоции, что вот я когда приехала в Монте-Карло, я очень боялась, безумно боялась работать, когда выезжала первым номером на лошадях. И безумно, у меня страх меня просто пролезал. Я выезжаю, увидела принца Монако, и у меня сразу, вау, принц Монако, нифига, я приезжаю, круг смотрю, нет, это точно принц. И у меня вот эти, вот этот страх исчез. Абсолютно у меня были потрясающие эмоции, когда я работала у юбилея Тессии Анатольевны Корниловой в цирке на Цветном бульваре. Я никогда не работала, я поднялась, и там думаю, боже, как красиво. Так же и здесь. В циркусе 2.0 я тоже работала, другой жанр, но воздушный. И когда поднялась, очень красиво здесь, в цирке, когда поднимаешься наверх. То есть ты поднимаешься, и вот это вот все, вы не представляете, как красиво. И вот эти эмоции, что ты летаешь в цирке Чинезе, это потрясающие эмоции. К сожалению, вам их не испытать. Да уж. Давайте еще. Кто у нас? Давайте. Я сразу.